Я вітаю всіх наших глядачів, які спостерігають за роботою непереможного вітра в інтернет-просторі. І так само я вітаю тих, хто бачить нас у телевізорі. Я ще раз нагадую, що зараз нас бачить практично вся Кіровоградщина. Дуже доречним є це наше надбання. І ми продовжуємо розказувати вам, чим живе регіон, як кується перемога на Кіровоградщині. Сьогодні маю радість спілкуватися із Іриною Бровченко. Доброго дня, пані Ірино. Доброго дня. Я думаю, що ті, хто живуть в Кропивницькому, точно вас знають. Ну, зараз ми говоримо про Кіровоградщину, хоч і там, мабуть, ви відома людина. Я скажу, що це дизайнер одягу. Далі будуть, мабуть, схоже буде на рекламу. Але зараз людина шиє необхідні елементи одягу для військових. Сьогодні говоримо про розгрузки. Я не знаю, як вони називаються українською мовою. Я чую від хлопців, знайомих, які зараз взяли до рук зброю. Вони саме так їх називають. Тож я буду говорити саме так, аби зрозуміліше було, про що йдеться. Як ви від вечірньої сукні за місяць дійшли до розгрузки? Ну, наверное, добрый день еще раз всем. Наверное, мы все изменились за это время. Вот мы жили-жили, у меня на 25 число была съемка коллекции, и вы поняли, что у нас случилось. Мы все перестроились, и как мы дошли, у меня очень много друзей ушли в, ну, записались в тероборону, ушли воевать. Вот. И, в принципе, начали мне писать просьбу пошить. Вот. Я начала рассматривать эти все комплекты. Это все очень сложно. Это вообще, ну, вещи непростые. Они там с определенными задачами. И мы начали искать вообще просто купить. Собирать деньги и купить им. Ну, потому что я понимала, что шить такую продукцию – это долго, и надо быть каким-то спецом. Вот. Мы начали искать, значит, хорошие разгрузки, вообще комплекты. Комплекты, это боевой комплект. Там разгрузка, плита, плитоноска, в общем, подсумки под вот эти все магазины. Я сейчас столько терминов выучила. В общем, они все сложные, и мы нашли, и там, где мы нашли то, что удовлетворяет их, они, их нету. Вот. И все, понятное дело, начали, ну, проявлять инициативу, шить скорее своим знакомым, раскупили эту всю ткань, начали шить то, что было в доступе в интернете, лекал нету, технологии нету, в общем, и ребята начали жаловаться с передовой, что у них, они получают такие комплекты, которые то не застегиваются на ноге, то отстегиваются карманы, то туда что-то не входит, что-то выпадает. Вот. И мы решили встретиться вживую с ребятами и выслушать вообще их пожелания, конкретные задачи, для чего им надо, что им надо, что, под какую форму, под какую, на каком месте это находится и для чего. И это была такая, ну, важная, ну, информация, потому что мы поняли, что, в принципе, вообще он нужен им не только для того, чтобы там лежало что-то там. Корсет – это пояс, он поддерживает спину, это все собирает, они организовываются. И когда мы их выслушивали, они рассказывали нам, насколько каждая секунда, она вообще может спасти жизнь. Потому что если ты промахнулся в карман, и оно улетело, и у тебя этого уже нету, или ты не можешь достать, потому что у тебя застежка плохая. Вот. Мы получили эту информацию, потом посмотрели аналоги, дали нам натовский аналог. Я его ночью, потому что сняли, грубо говоря, со смены, дали мне ночью, я его пересняла, перефоткала, перечертила лекала, сделала прототип, потом нашла своего друга, и мы вдвоем, я говорю, надо делать, потому что... То есть вы сначала выучили, что это такое, какую функцию оно несет? Вот я хотела бы поделиться этим опытом вообще для всех людей, которые хотят вот что-то делать для нашей армии. Первое, это надо знать, ну, скажем, зачем. Ну, то есть, что оно делает, то есть, какую функцию выполняет. То есть, конкретно лучше поговорить об этом с военными, непосредственно с теми, которые они одевали, пробовали, шевелились, бегали, падали, ползали. То есть, смотрели, что, где, как. Да, вы, вот. Это как броневанный захист, вы пробовываете так само тоже на бронестойкость? Да, это вы пробовываете на то, чтобы оно работало, функционировало. Это же, что такое разгрузка? Когда человек ползет, у него здесь должно быть пусто. Если он стоит, то есть он может вперед навесить эти подсумки, эти все свои, как бы, эти магазины, важливые, там, да, гранаты, воги, вот, сбоку, на ногу, на ногу, рация, аптечка, они все это, что такое разгрузка? Разгружает, то есть
перемещается по вот этой форме. Угу. Вот, и почему вот эти жилеты, которые просто одеты, и здесь карманы, не работают. Потому что ее нельзя одеть задом наперед. В чем дело, в чем там самая фишка, это плетение мюле, на которое вот эти карманы крепятся, как переплетаются. И они могут их вешать по всей своей вот этой форме. Воно має розмір, це важливо? Смотри, да, есть розмір, но есть, допустим, два момента. Мы сделали два типа. Вот. И есть момент, когда там регулируется за счет строп. А есть, мы просто делаем два размера, допустим, человек, ну, не может быть одинакового роста, да, ну, допустим, рост, это уже у тебя эти подсумки будут у одного тут, у другого на животе. Угу. То есть это рост, но там тоже регулируется, как бы, вот эта ширина, ну, длина, то есть можно регулировать, и плюс за счет того, что еще два роста. И ширину мы пока сделали два. Но дело в том, что как мы пообщались с нашими военными, они говорят, что мы не берем сильно жирных. Мають бути спортивні хлопці, да? Ой, вони повинні бути подвіжні, пригучі, такі, як зайці, вони, ну, ми це все вислухали. Боже, місяць, а стільки нових знань. Ір, сьогодні штука не тільки в знаннях, а ще й в сировині, в ресурсі. По-перше, гроші, їх треба десь брати, тому що ж витратні матеріали. По-друге, сама тканина, це ж теж навряд чи може бути, я не знаю, там щось, що швидко рветься або зношується. І комплектуючі елементи пластикові, можливо, металеві, де це все добувати? Значить, смотрите, ми... Хто вам допомагає? Всі друзі допомагають. У нас один мій друг сидить, моніторить, де що появляється, які ціни, тобто ізучає ринок. Ну, это нормально. С тканями легче, потому что ткани есть, но, допустим, какая у нас проблема? Ну, мы уже ее решили, да, мы кооперируемся с другими цехами, потому что, в принципе, отгружают километры. У нас еще маленькая мощность, да, и мы запускаемся, там у нас сейчас там пробные, да, но мы будем... Не называйте цифр, данных, адрес, просто... А, да, то есть мы сначала пробовали обратиться к производствам, но так как они очень заняты, на нас серьезно не отреагировали. Но когда мы сделали уже продукт, ну, готовый, да, вот, и уже заряжаем это все, уже звонят нам и говорят, мы можем с вами сотрудничать. То есть сегодня это налагодилося? Да. Я знаю, что спочатку вы даже использовали 3D-принтеры для того, чтобы детали эти вырабатывать с самотужки. Да. И есть ребята, которые до сих пор это делают и разрабатывают, и покупают такие материалы, что, поверьте мне, наши пряжки на 3D-принтере намного прочнее, чем китайские. Угу. Вот. Я знаю і бачу зараз досі в Фейсбуці, в інших мережах, що люди потребують цих розгрузок. Хто може звертатися до вас? Тобто це прям, ну, контакт напряму, чи ви все-таки працюєте з певними, ну, окремими, смотрите, групами людей? Можете пока... не називати їх чітко, да, просто пока... скажіть, от побачать ваш телефон, зараз будуть дзвонити. Дзвонять одразу... і пишуть мені з 24-го числа. Mm-hmm. Ми просто, я їм відповідаю, що зараз на даний момент є у нас воєнні сили, да, які, допустимо, ми так сконцентрувалися на нашому місті, тому що я розумію, що у них все одно є недостача. Они все время туда идут, то есть им не успевать. Понимаешь, что это эти вещи, которые, в принципе, в самую первую очередь отдаются на передовую. Но у нас тоже, ну, как бы, они должны быть уже одеты, уже защищены. И мы стараемся это для города, для военных частей. Вот. Если у нас увеличится объем, это будет доступно, мне кажется, и каждому, кто позвонит, да, и, ну, будет какая-то очередь или какой-то, ну, какой-то алгоритм мы придумаем. С волонтерами працюете, бо вони мають контакти з військовими вже багаторічні. Вот мы сейчас пока, вот только вчера сделала я эту заявку, что мы ищем друзей по помощи, волонтеры, и мы будем это, ну, дальше, как бы... заявлять о том, что мы ищем конкретно волонтеров, которые могут нам помогать, чтобы мы на это не тратили время, потому что это время, переписка, ты просто понимаешь, что занимаешься, работа, да, занимаешься технологией, коммуникация, и, да, да. Вот это вот я бы, конечно, с волонтерами, так бы нам было намного проще. Ір, про фінансову складову. Це значні, да, кошти. Сьогодні звідки ви їх черпаєте? Звідки? Ми спочатку скинули своїми силами. Нам вчора теж накидали на карточку, от просто. І ми закупили першу партію. І, в принципі, зараз, на даний момент, у нас така ситуація. Как бы, це чиста ініціатива допомогти нашим воїнам, тому що вони нас захищають. В будущем, когда мы расширимся, да, например, этот цех, он заявит какие-то цены на там, какие-то свои нужды, там, зарплаты, или там какие-то электроэнергии, ну, то есть минимальные какие-то. Мы просим всех... Вы же зараз працюете своим ресурсом. Да, ничего страшного.
Нормально. Але потрібна фінансова допомога наразі, а в перспективі, можливо, буде це якось більш організовано. Да, да. Ви маєте рахунок, який ми можемо показати нашим глядачам, да, так? Да, вчора зробила тільки рахунок, ну, щоб це не була моя карта, тому що, ну, как бы это не серйозно і как бы это не делается. Счёт, на который могут нам отправлять деньги, все, кто пожелает, это счёт для вот именно конкретно этой задачи собрать деньги. В принципе, и закупить материалы. Это самое главное, сейчас закупить нам материалы даже с каким-то запасом, потому что это перебои, цена скачет. Угу. Вот. Когда у нас это все наладится, мы уже нашли контакты в Польше, вот. Но там большие объемы, то у нас будет более спокойнее ситуация. Мы просто хотим, чтобы уже было все для того, чтобы мы сделали вот эти вот заказы, которые... Ирина, вы усвідомили, что вы стали волонтером? Нет, не усвідомила. Для меня, я не могу назвать себя волонтером, но просто мне кажется, сейчас каждый человек волонтер, ну потому что он чем-то хочет помочь, понимаете? Я неделю сидела, я думала, ну куда эти платья, ну кому эти платья? То есть мне говорили, ну давай да снимем. Я говорю, ну я, например, не представляю, кто сейчас купит это вечернее платье. Я. Тому що перемога буде обов'язково да, за нами. Так і, рішили, і будемо що. Зустрічати її в найкращому, що було, бо ну, Ірину Бровченко знають. І мені здається, кращого, що можна одягти на День перемоги, не може бути. Навіть якщо це буде в день, і навіть якщо це не буде відповідати протоколу ситуації, дуже хочеться бути нарядною. І щоб наші жінки нарешті могли одягтися, розцвісти. Спасибо. А ви дуже в цьому допомагаєте. Спасибо. Ну, а зараз робимо те, що робимо. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли секунду. Я розумію, скільки можна вас... Можна мені ще додати вот всім, я звиняюсь, що я вас перебила, це такий важливий момент. Всем, кто хочет заниматься вот какими-то такими делами, допустим, да, вот неизвестными, алгоритм. Сначала ты смотришь, ну, то есть сначала у тебя должна задача быть, зачем, а зачем это сейчас у всех это как бы на победу. Ну, то есть мы должны, ну, это самая главная идея и цель. И что ты можешь, то есть из твоей профессии, самой такой, которой ты можешь, ну, зачем, у тебя уже понятно. У тебя появляется такой алгоритм, что ты можешь. Потом у тебя сразу появляются варианты, как ты можешь, и находятся люди, с кем ты можешь. Вот эти вот четыре таких основных ключевых вопроса. Я вам дуже дякую. Спасибо. Такий заряд енергії. Я не знаю, чи здатна ця камера передати, ну тут просто вибухає. Спасибі вам ще раз. Нашим глядачам я нагадаю, що ми працюємо для вас і говоримо з людьми, які в тому числі кують перемогу зараз тут, на Кіровоградщині, і є можливість допомагати, тому долучайтеся, працюємо разом, аби швидше одягти вечірні сукні. Перемога буде за нами. Перемога буде за нами. Так.